Снова здравствуйте, дорогие мои. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Чудо, не могу я найти свой любимый ножик, поэтому мы будем сегодня... Бум. Резать будем, бить, все равно тебе водить. Ну и ладно, нож большой, зато и коробка большая пришла. В этой коробке крайне интересная... Крайне интересная, да, посылка. Интересна она в первую очередь тем, что А, это интересная посылка, Б, я ее разыграю. А что это, как это и как это будет разыграно, я расскажу чуть позже. Сейчас не могу не сказать очень интересный момент. Данная коробка меня очень сильно удивила. Удивила она меня... Блин, я так ножом себе что-нибудь отрежу. Следующий. Видно вам, нет? Вы видели когда-нибудь такое на коробке? Вот, судя по всему, ее рисовал какой-то, ну, художник, да, потому что нарисован достаточно хорошо и, собственно говоря, имеет даже хэштег. Для чего делать хэштег на коробке, я не совсем понимаю. Давайте на него попробуем нажать. Что-то он не нажимается, блин. Не, на самом деле очень интересно, поэтому, наверное, пойду я этот хэштег где-нибудь в другом месте вгоню, попробую хоть глянуть, что это такое. Блин, ребят, ну, нашел. Я все это делал в Инстаграме. Интересная история такая, love story, можно сказать. Человек, который это нарисовал, вот, он работает курьером. Вот, при этом, ну, вроде как данная девушка, это Катя. Вот, вроде как вот он там с ней все серьезно, но вот она как-то все сомневается, говорит, у тебя что-то должность не гендиректор, ты Лукойла, да, и... Ну, молодо, зелено, не понимает она то, что у человека все впереди, да, и кем ты являешься сегодня, завтра ты можешь быть совершенно другим человеком, да, поэтому, я думаю, мужчину надо поддержать, да, то есть мужская солидарность, она крайне важна, и я, наверное, сделаю то же самое, что сделали остальные люди, кому он сделал то же самое, заодно и поближе познакомимся. Вот так вот, видно? Вот так вот все делали? Ай-яй-яй, я ее сейчас уроню. Вот так вот все делали и говорили: Катя, выходи за Влада. Ну, а теперь сейчас начнем вскрывать. Прям вот, не знаю, как это вот. Я, наверное, даже себе эту коробку сохраню на будущее. Вот зачем так вот прям вот фанатеть, да? То есть вот было засунуто в ППС-очку, была телогрейка, и все это дело в коробке еще с пупырками. На самом деле... Мы как бы вот объявили конкурс, да, и для ускорения послали ускоренной доставкой, чтобы не через почту, а то что-то в последнее время на почте некоторые сложности бывают, возникают. Итак, что мы имеем? Мы имеем какую-то огромную длинную коробку, на которой написано Lenovo Fab 2+, 2+. Внутри, как ни странно, собственно говоря, тот самый телефон, к которому мы сейчас чуть попозже вернемся. Скрепочка, да, ничего интересного, какие-то бумажечки. Ребят, да иди ты сюда. Руки-крюки, а. О, вынул. А что делают наушники JBL в упаковке Lenovo, вы не знаете? Я вот не знаю. Ну, вроде как они задуманы здесь. Они здесь задуманы, это хорошо. Зря я это открыл, мог бы... А, не мог бы я нифига наушники эти себе оставить, потому что вот они здесь нарисованы, что здесь кабель и наушники. Ну и ладно. А здесь нарисована зарядка. Знаете, как ни странно, здесь зарядка есть. Удивительно! Нарисована зарядка и внутри зарядка. Нарисован кабель и наушники, внутри кабель и наушники. А здесь нарисована скрепка и бумажки. Внутри скрепка и бумажки. Следовательно, скрепка и бумажки — это не столь интересно. А вот сам телефон Lenovo Fab 2+, извиняюсь, это интересно. Понимаете, вот у меня, ну, не маленькая рука. При этом вот эта вот лопатка, которая имеет 6,4 диагональ, она имеет IPS 1920 на 1080, 64-битный процессор MT8783 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 32 гига встроенной памяти, поддержка 4G, аккумулятор на 4050 мАч. Да, то есть в этом отношении все хорошо. Ну, 3 гига оперативной памяти. Чудесно, да, абсолютно чудесно. При этом, что самое чудесное, это то, что данный телефон в Китае
у надежного проверенного продавца MJ, да, у которого я беру ряд моделей, несмотря на то, что там можно у кого-то даже найти там чуть дешевле, ну там с какими-то геморройными проблемными прошивками, а я беру у MJ и я не парюсь. Да, у него это стоит 8, а в офлайн-магазинах это стоит примерно 16 тысяч. То есть наши ритейлеры чудо немножко, короче, совсем в конец обурели. Так, русский язык давайте быстренько посмотрим, есть, нету. Ну, должен же быть, почему нет? Значит, что мы имеем? Мы имеем телефон, несъемный аккумулятор, несъемная крышка. Значит, здесь у нас прячется место для сим-карт, карты памяти. Такой, знаете, ведь ребристенький немножко. Ребристенькая такая кнопочка включения, качелька громкости. Да, сзади по практически середине, да, то есть вот кажется сканер отпечатка очень как-то непонятно расположен, но при этом если вот мы берем телефон в руку, то вот это место становится очень удобно. В общем, ребят, да, что вот однозначно видно сразу, что его выделяет от других телефонов: две камеры, вспышка двухцветная, какой-то вот датчик, вполне возможно, вот видите. Да, очень похоже на дальномер. Причем их два, а для каждой, видимо, камера, наверное. Опять же, могу ошибаться, я пока про него толком не смотрел, не читал. Поэтому, ребят, давайте все-таки расскажу, да, что происходит. Происходит конкурс. Вот этот телефон будет главным призом. Может быть единственным, может быть главным. Условия конкурса написаны под видео, ссылки там представлены, сложного ничего нету, но все же еще раз оговорюсь, для того, чтобы участвовать, вы должны быть подписчиком двух групп. Первая — это моя группа, да, AliExpress глазами картавого блогера. Второе — это группа MJ, да, это продавец телефона. Собственно говоря, если у него там что-то решите купить, находясь в группе, вы можете получить у него скидку. Значит, далее вам нужно сделать репост и не удалять его. А репост нужно сделать, конкурса, который находится на странице MJ. Можете репостнуть оба, но да, для того, чтобы участвовать, репост именно конкурса, находящегося на странице MJ товары из Китая. Далее, у вас должен быть понятный живой аккаунт, без какой-либо порнографии, экстремистских там лозунгов там и прочего, прочего, прочего. Нормальный человеческий аккаунт с человеческими фотографиями, друзьями, ну и так далее. То есть, вот достаточно простые условия. На данный момент в конкурсе написано, что он закроется по достижению 2000 подписчиков. Ну, ребят, да, тянуть долго, если все это дело плохо будет раскручиваться, и мы не будем, мы разыграем в каком-то тогда обозримом будущем. Опять же, да, мне нужно сделать с него тесты для начала, то есть несколько дней я его потестю, подготовлю видео, выложу видео, и после чего он будет готов к отправке победителю. При этом, где живет победитель, абсолютно не важно, то есть если это даже будет там Беларусь, республика, то, ну, значит, отправим с Китая, чтобы было дешевле, а этот, ну, здесь продастся. А станет ли этот товар популярным или нет, пока непонятно. Все это дело более подробно будет после тестов видно. То есть я почитаю о нем поподробнее, пока я вижу, да, там Dolby Audio Capture 5.1, 360 градусов, ну, в общем, удаляющий шум, сканер отпечатка на весь день, долгая батарейка, да, там длинная батарейка, двойная 13-мегапиксельная камера, да, с каким-то там Milbeaut ICP, ну, короче, рожа, кожа, шик с надрывом. Вот для тех, кто любит огромные лопаты, в принципе, у вас не так много вариантов. Вариант номер раз — это Xiaomi Mi Max, да, 6,44 лопата. Вариант номер два — это Lenovo Fab 2 Plus. При этом давайте отстраненно посмотрим. Lenovo Fab 2 Plus почти очень существенно дешевле, чем Xiaomi. Xiaomi стоит, насколько помню, порядка 12 тысяч. Здесь стоит 8. Ну, это уже большая пропасть в ценовом сегменте. Два. Lenovo держишь, и ты его чувствуешь. То есть, это на самом деле, вот ты его держишь, ты его чувствуешь, ты, ну, кирпич взял,
держишь, ты его ощущаешь. Представляете, вы берете пенопластовый кирпич, вроде большой, но какое-то ощущение, что мягкий, что вы его там проломите, потеряете, улетит. Это вот примерно те ощущения, которые у меня были, когда я держал Xiaomi, потому что он тоньше, легче, какой-то такой игрушечный, что ли, не знаю даже. Ну, здесь такого ощущения нету, но, опять же, надо смотреть, что даст синтетика, как он себя поведет во всех тестах. Скоро об этом узнаем, скоро об этом расскажу. Но вообще, можете пока почитать где-то про этот телефон, подумать, вполне возможно, он вас заинтересует. Засим, думаю, все. Надеюсь, Катя согласится выйти замуж за Влада. Потому что, ну, это правильно. Это правильно. Есть у тебя молодой человек, он тебе делает предложение, иди и расписывайся, иначе зачем ты с ним живешь? Да, потому что ты с ним расписалась, и идите делать детей через какое-то время. Первого, как минимум, до 27 надо родить. Далее второго, то есть один за мамку, один за папку, один за страну-матушку. То есть как минимум троих вы должны родить. Когда вы это хотите делать? Начинайте сейчас. Вам понравится. Надеюсь, очень сильно. Значит, все. Значит, еще раз, да? За всем все. Всем всего. Участвуйте в конкурсе. Конкурс простой. Приз серьезный. Возможно, добавим каких-то других мелких призов. Ну и до скорых встреч. С вами был я, Михаил. Канал «Картавый блогер». Огромный нож, телефон и коробка с рисунком Кати. Пока!